Good play. И это демо от Sparks, автомагчик Adventure. Здесь эдакий, как видите, систематизация мелких бревнышек. Увидите почему. И давайте посмотрим. Новая игра. Ну, здесь можно будет это все сделать, но прежде чем это делать, можете настроить своего персонажа по-своему. Например, рандомная расцветка, да? То есть, какие вы хотите, самого главного вашего пастуха. Я хочу, чтобы он был у нас так, зеленоглазый. Так. Так, цвет с тканью такой. Так, волосы. Ну, пусть будет фиолетовым больше. Одежда. Можно вот разновидность одежды. Раскраски. Живот спайдрис. Оу, нифига себе. Так, ну... Наверное... Белый мне нравится. Черным, да? И такие есть маленькие... А, штаны, да? Давай, наверное, вот такой вот. Темно. Так, длинные или короткие носки? Короткие. Декорация. А, это вот на голове. Давайте как у дракошки. Так, овальные или не овальные? Вот этот. Так. Тело, ну все нормально, все, больше ничего такого особенно нету. Да, сохраним. И начнем новую. Да, создаем. Такой мультяшный вид. Очень приятный. Носочки, майка, штаны. Так, разные миры, да, то есть получается другие мои такие. Опа, а что сломалось? Хорошо. Это мы берем, нам нужно новое построить. В залет. Так, это здесь у нас обучение такое. Сразу зуминговое. Так, и нам говорят, типа, давай задание. Типа задание, но... Сейчас мы скрафтим. Это лесник. У него сейчас 5 штук сделаем. Для того, чтобы он сделал ровные нам обтесанные брус. Прекрасно. Сейчас он так нас просит. Давайте поставим, наверное, все-таки. Где он здесь? Вот. Угу. Сделали. Так, давайте со стартом поговорим. Здорово. Да. Так, монумент. Окей, хорошо. А у тебя есть какие-то еще? Так, это все у нас есть. По карте у нас отображается, вот он. Монумент. Так, мы прямой же можем пройти. Вот он, монумент. Света здесь нету. И он не работает. Надо ключ найти. Ключа у нас нету. Вот этот ключ, парки Кей, нужно найти. Надо поговорить. Бабуля, привет. Ну и чё?
Да, его надо найти. А где мы найдем? Да, активация нужно произвести. Но прежде чем активировать, так, мне нужно. Да. Тогда пойдем. Все-таки, может быть, сразу и квест этот активируем. Пусть он висит. Сейчас мы пойдем в пещеру. О, привет. Какой-то забавный человек. Без ноги. Так, итак, у нас два места каких-то здесь. Ага. Это, получается, в этом месте есть... Мы сможем делать вот эти пеньков. Угу. Активировать. Так, только. Давайте потрясем. Что там? Пару. Это умершие уже вот эти вот. К сожалению. Жужелицы. Вот эти. Так, о, один. А у нас сколько? Надо больше. Давайте распасуем. Так. Я чувствую, что она... Ну, здесь прикольный мир. Очень такой милый. Я думаю, такое будет приятно будет поиграть. Так, откроем. Так, одной... Так, подожди. Нам нужно... 2-1. Сюда поместим. И на пятерочку, да? Да, вот так и вот так. Отлично. Ух ты. Так, вот теперь у нас доступен один человечек. Ага. Так, иди чем-нибудь занимайся. Так. Это наши. Давайте скрафтим еще одного. Подождем. Пока что наш человечек маленький. Бревнышко занято. Он там собирает. Спасибо. А все? Ты больше не будешь заниматься? Хорошо. Так, починений у нас уже два. Вот так можем направлять. Пока мы здесь ковыряем. Их больше бы, наверное, лучше создать. Да-да-да, так. Принесли, молодцы. Но если было бы, если бы вы больше таскали, это намного приятнее было бы. Так, вот это вот, что это у нас? Кусты, они без ничего? Вот эти кусты. Так, посмотреть надо карту. Так, здесь дерево, да? Так, а что там нового? Ну, обычный материал, да? Молодцы. Так. Это карта. Это телепорт. Эдакий, да? Так. Было бы прекрасно, если бы мы сами сделали пока что это. Пусть пока делают, а я похожу здесь. Понимаю, мир сгенерировал локацию, да, и она меняется все в зависимости от как вы начинаете. Так, у нас стенки, лес, здесь можно не волноваться, везде можно залезть. Опа, там какой-то, это что за место? Активация, да. Ага, 5 таких и таких, понял. Задание дополнительное.
Так, не хватило. Ну, так, отлично. Ну-ка. Надо этого... Оп. Неси, неси. А вот это нет? Не хочешь? Хитрец. Не захотел. Так. Мне нужно... Будьте добры. Здесь хватает. Вот этих надо 5 штук надо собрать. Так, ребята здесь катают. Какой-то джим здесь наполняется. Забавно. Забавно, что здесь их может там, не знаю, сколько, до 10, что ли? Или сколько? Так, ребята здесь... Вместе пойдем. Мило. Вот здесь что-то есть. Так, здесь у нас будут склады всякие. Так, надо 5 собрать. Так, а это опасные. Так, это... Заберем. Они в пауке. Блин, какая-то дота. Движения такие, блин. Очень мило. Пойдем еще посмотрим. Что-то какое-то дерево гигантское. О, шикарно. Пойдем, пойдем, пойдем. Уйдите. Застряли, да? О, ой-ой. Еще. О, вот здесь какой-то левел другой. Ну ты умерший. Осторожно, типа вас телепортирует назад. Так, а зачем нужны семена? А, ну это эти листочки. Так, телепорт. И вижу. Опять. Здесь что-то какие-то непонятные строения. Так.
Там левел, какие-то странные камни, какие-то маунты, и они не очень хорошие, чувствую. Так, еще надо будет. А можно так всем, да? Надо будет еще найти такие. Непонятно какой-то. Это точно не надо нам. Так, что по карте? Лиса. Насчет этих деревьев какие-то особенные или что? Ну, показывают, что где добывается, да? О! А это что такое? А, это кости эдакого... Жука здорового. Так, нам уже можно будет возвращаться назад. Так, какой лес какой-то. Лес с пауками. Так, здесь еще какое-то задание, да? Так. Так, это невозможно. Говорит, демо. О, вот они. Привет. Ты нормальный? Какой-то жук. Но он нормальный. А вот эти вот жуки здоровые нет. И вот. Неизвестно, из чего его из него достанется, но приятного мало, наверное. Так, надо к месту вот этому прийти. Где оно там? Вот оно. Сейчас мы придем. Так, возложить там. Так, еще одно место. Так, нужно 5 таких. То есть рыцари. Нам нужно создать мечи и 5 воинов. Интересно, где мы возьмем? У нас еще недоступно. Так, опасные изучары. Так, у нас 6. Главное своих не терять. О, и там вон опасные тоже. Так, это безобидные. Мы правильно идем. Так, застреваем. Так, как понимаю,
не будет. А, вот он, да. Так, идите займитесь чем-нибудь. Да не обязательно убивать было. Опа. То есть он... Так, хорошо. Получается из одного, получается... Ну что, я также могу подержать. Они пусть пока отдохнут. Так, получается... данный... дистейлер, он очищает нам кристаллы. Пятерку. Ой, шесть штук. Он в 6 штук. Одна штука, это 6 штук. Или что? 2,5 в 1 минуту. Шестерка. Ну, нехило, я скажу. Так, если посмотреть. А это можно поставку эту сделать. Все это закрутить, завертеть. Работоспособность их поставить. Бля, прикольно. Слушайте. Ладно, пусть работают. Далеко. Укатывают. Забавные такие. Так, можно почистить территорию, да? С помощью них. Так, главное нам... Нам бы, конечно, научиться... выполнять... задания, которые у нас... якобы доступны, да? Так, хорошо. Это мы сделали. Так, ребята, назад. Так, какие у нас еще квесты есть? Так, понятно. Здесь ключ надо найти. Может, где-то в центре леса?
Будем исследовать. Так, ничего не понятно здесь. Так, здесь ничего нет. Ну, здесь нет, две штуки. Где, ну? Камни. Халявные запасы. Это, наверное, пустой. Да. Что мы подходим к своему... место, где мы создавали. А, здесь мы... нет, мы прошли. Так, здесь паучье. А здесь. А вот оно. Так, ребята. Пора поработать. Конечно, таких побольше. Хранилище мы оставим здесь. Так, пока вот это вот нам непонятно, нужно-нужно, не нужно. Чем больше чувачков, тем лучше. Так, получается, мы здесь выполнили. Это вот это задание. Так, здесь телепорт, вот он еще. О, здесь что-то есть. Понял. Сюда надо точку поставить. Еще, да? Смотрите, тебя быстро делают. Очень, в принципе, быстро. Бревна эти. Сколько там еще? Еще двое. Ну, игрушка интересная. Я, конечно, подождал бы ее. Так, а. Так, первый отряд готов. Не хватает им мечей. Вот учитель и его ученики. Опа. А ты что злой такой? Это непонятное место, ну-ка.
Так, посмотрим, что здесь. А здесь нужно нам 4 таких и панели. Ага. Понятно. Так, собрали? Так. 4 таких. И такие, да? Окей. Новый, да? Так, он на инструкциях. Так, это... Ну-ка, переключимся. Глазастики. Они больше как получается несуны. Посмотрим. Ручками своими кривенькими работают. Так, мне... Так, мы здесь выполнили. Так. Здесь мы не сможем пойти. Вот сюда надо посмотреть. Смотри, как хулиганят. Извини, жук. Не хотели тебя как-то оморчить. Так, мне нужно шарин. Ну-ка, сходим сюда. Проверим. Какое там задание нужно? Видите, то есть вот эти вот сами базы, где делать, переделать наших друзей. Они в разных местах. Так, здесь недоступные. А где мне сделать мечи? Вот у нас задание есть, да? Тир 3. А доступ к мечам у нас нету. Это очень опасно. Так, отходим. А что здесь такое? Так, это где мы брали, да, задание? Пусто. Он там телепортнулся у нас. Задание еще нельзя. Ну, то есть ничего нельзя не взять. Не активирует ничего. О, зато они хорошо бьются. Эти лучше в атаке. Прекрасно. Запомнили. Это очень удобно. Короче, вот эти вот на Е. Они очень хороши в атаке.
Надо бы тогда сделать. Только почему тогда, если они хороши в атаке, просят нас сделать обычных с мечом? Видите как? Махом. Доски, доски. Ладно. Это очень странно, конечно. Так, что у нас здесь? А эти могут переделать? А, эти разминают, смотрите. Да. Прикольно. Они шлепают. Но они намного лучше. Эти катаются, а эти прям шлепают. Очень завораживающее, да, действие? Это такая своя армия. Готово? Забираем. Ну, в принципе, понятно, как бы сказать... Смысл игры, развитие ее, вот это вот эдакий кач, нет. Можно просто правой кнопкой нажать, и все, забирает. Принеси бревно. Сидит там хитрец. Так, кстати. Спасибо. Так, ребята. Я его забираю. Нифиг. Так. Ну все, ребят. В принципе, мы поняли, в чем суть игры. И вот эти вот всякие передержки будущего, да? Что там будет, это будет интересно. Но главное мы разобрались, что как делать, где и зачем. Ну, потому что выглядит очень симпатично. И ну-ка, замещаем. Паша, о, смотрите, он намного быстрее, 5-6. А, не мнут, намного быстрее. Реально, вот эти лучше. Эти сборщики, да, там, ну, потихоньку ломание, да, их можно переделывать сразу на них. Потому что, видите, как они, они и работают быстрее. По 10, по 20. Еще больше можно активных сделать. Прикольно. Поэтому, ребят, давайте увидимся в других уже играх. Это точно мы будем проходить потом. Она интересная. Очень. Мне вот так понравилось. Я надеюсь, вам тоже. О. Я желаю вам хорошего настроения. И удачи. Доброго вечера. Всем пока-пока. Обнял, поднял.